Внимание, Матич. Сеск Фабрикас. Пас верхом на Фалькао. Две минуты добавляется. Виля. Нарушение очевидное, и судья может показать карточку. Отличное взаимопонимание. Забивать можно! В офсайде игрок, по мнению судей. Ничего себе! Сеск Фабрикас. 1-0 после первого тайма. Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверенно. Так, ну, я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. И мы снова на Сантьяго Бернабеу. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Педро. Опасно! И что это? Гол! Любит этот парень подключиться в атаку, но сейчас явно не ожидал соперник таких действий от него. Да, и когда забивает защитник, согласись, это все-таки всегда выглядит неожиданно. Два-ноль. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Пяточкой, каблуком, как иногда говорят. Аспиликуэ. Хороший пас во фланг. Отличный кросс. Потеря. Все, в оборону. Перехвачен этот пас и довольно своевременно. Да, сильно. Забирает мяч. Сеск Фабрикас. Джон Терри. Какой шанс! Конечно, вратарь должен выйти и забрать этот мяч. Мяч потерян. Педро. Луик Реми. Хорошая передача. Виллиан! Отлично занял он позицию и спас свои ворота. Играет он головой, сумел сохранить мяч у своей команды. И как пробил! Относительно легкий мяч для вратаря. Мяч у соперника. Бронислав Иванович. Продолжает игрок владеть мячом. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч.
Фабрегас и Суле. Виллер. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Мяч перешел к другой команде. Оскар. Навес. Луик Реми. Сеск Фабрикас. Бьет он поворотом. И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Сеск Фабрикас. Рамирес. Гэри Кехи. Матич. Пас верхом на Фалькао. Опасно! Ложатся они под мяч, лишь бы не было гола. Фабрикас подает угловой. Навес. Мяч на правой линии. Похоже, тренер готов произвести замену. Оскар. Внимание, Матич. Хотел сделать футболист рывок, но поторопился. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Реми. И есть гол! Я думаю, высказывает сейчас что-то голкипер игрокам обороны, но тут ситуация как в пословице. Нечего, дорогой мой, на зеркало пенить. Да-да, дальше мы знаем, все именно так. Подходит матч к концу, приходится констатировать очевидное, борьбы у нас сегодня не получилось. Гарсия Сарат. Хороший контроль мяча. Луик Реми. Фалькао. Фалькао так хорош на острие атаки, что отдаешь ему пас и почти наверняка знаешь, голевой. В очень редких случаях из выгодных позиций промахивается этот колумбиец. Внимание, Матич. Отличный пас. И как опасно пробил. Гол! Мяч в сетке!
Вот такой вышел матч на кураже от первой и до самой последней минуты. Такое впечатление, что вообще играла сегодня только одна команда. Она полностью переиграла своего соперника. Итак, продолжается демонстрация очевидного превосходства. Да, они гораздо сильнее и завершают замечательное выступление команды потрясающим голом. В великолепном стиле они берут вверх сегодня. Если не согласны, посмотрите еще раз на табло. Счет говорит сам за себя. Фалькао. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Луик Реми. Виля. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Хороший обостряющий пас. Вот это удар. Гол! 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 Смотрю повтор, Константин, и все не могу понять, куда же девался вратарь. Ну, видимо, вышел погулять. Это та самая ситуация, когда нападающему не забить сложнее было, чем забить. Игра идет под одни ворота, и у нас 5-0. Диего Коста. Силовой форвард – это само по себе наказание для обороны соперника. Да, силовой форвард с такой техникой, как у Диего. Ну что же, игра завершилась. После этой победы стало окончательно ясно, что команда является главным претендентом, явным претендентом на выход в высшую лигу. И судя по такой игре, можно задуматься о чемпионстве. Почему бы и нет? Он сегодня провел выдающийся матч. Ну что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог и команде одержать сегодня важную победу, а он сам пополнил свой голевой запас. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Какой шанс! Штанга спасает, но игра продолжается. Виллиан! И это гол! Первый гол в сегодняшней игре забит. Опасно! И что это? Гол! Бьет он поворотом. И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Реми. И есть гол! Отличный пас. И как опасно пробил. Хороший обостряющий пас. Вот это удар! Гол! 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 Гол!